Всем привет, с вами Ништяк, и сейчас мы будем проходить Вин Дизель, как раз видео перед которым, то есть после которого будет Warface. Погнали. Так, у нас тут начинаются заставочки. Так, ну давайте немножечко посмотрим, да пропущу. Так, банда, вот Филипп или Ал, кстати, стоит. Кто из вас Филиппа? Я тебя знаю. Пока нет. Так, ну тут ведут меня зовут беседу. Майл Берри. Я только что приехал из Майами. В общем-то, ладно, пропускаем. Воспользуйтесь машиной Филиппа, чтобы добраться до его дяди Паула. Так, значит, надо отправляться сейчас до строительной площадки. Да, кстати. Но лагов сейчас присутствуют, конечно, какие лаги, но после починки компа лагов сейчас вообще нету. Ну не знаю, по крайней мере без съемки все идеально работает. Графику в этой игре, к сожалению, настраивать нельзя. Она как бы сама тут, можно сказать, настраивается под компьютер в зависимости от его мощности. Ну вот так вот. Так, к сожалению, вот эту их нельзя завалить, они слишком сильно мешаются. Ну, хотя, в принципе, не то чтобы уж прям сильно, но немного достают борьба машин. Да. Ой-ой-ой, надо осторожнее так вот делать. Главное не дать Филиппе умереть. Ну, как же так? Ладно, черт с ним, справлюсь. Ай-яй-яй-яй, ой-ой-ой, какой же я... Хороший водитель, прям от бога, уже почти раздолбал машину. Ну, к счастью, уже почти доехали до стройки, и нужно будет встать на точку. Так, тут поворачиваем. Ой-ой-ой-ой, я тут немного засомневался, стоит ли прям сильно поворачивать. Так, в общем-то все, доезжаем до маркера. Ну и заставочка. Так. Сейчас тут он обрушит эти вот штуки, которые наверху, на Филиппа. Так. Ну вот и все. Вот, вот если бы Филипп это не остановило машину, тогда бы Вин Дизелю хана было бы. Так. Вот это вот... Вот это вот уже опасней. Нет. Тут они ведут, опять же, милую беседу. Сразу видно, какие они друзья. Один другого хочет. Ну не хочет, но точнее, угрожает, можно сказать. Так, ну вот. Теперь нам нужно отправляться... Так, отправляться в казино. Так, а нет, надо вот эти вот отморозкам Лантус не дать добраться до казино. Ну, короче, взорвать их, в общем, надо машину. Вот, вот этим вот методом борьба машин. Ну, в принципе, тоже не сложно. Их хотя бы можно убить, а Филиппа нет. Ну, из прохода игры, я когда один раз прошел эту игру, я помню, Филиппу все-таки надо было потом в какой-то миссии грохнуть. Ладно, сейчас нам надо замочить эти машины. Так, вот это небо не нравится мне. Видите, там текстурки у неё что-то там какие-то сложные, непонятные. Они сейчас у меня почему-то такие, я не знаю, может всегда так. Да, и тень еще тоже тут, кстати. Ну ладно, фиг с ней, с тенью, с небом. Так, давай, давай, вот этот гад уже почти отбросил коньки, все. Уничтожили недруга. Так, сейчас хочу пойти навстречу той машине и... А фиг там, он, блин, по той дороге пошел, где движение будет противоположное ему, и другие машины будут ехать. Блин, в принципе, можно было за ним вот так вот и не ехать, но я не знаю, зачем я это сделал, что-то раз уж поехал... Не хотелось обратно возвращаться.
Ну, думаю, я еще успею добраться до этой машины и взорвать ее. Надеюсь, там еще не так близко осталось ехать до казино. Так, давай, вот он. Вот-вот, его уже почти догнали. Осталось его только добить. Состояние повреждений машины у нас примерно одинаковые. Мы сейчас сделаем так, чтобы он вообще был взорван. Он уже черным дымом дымится. И осталось буквально пару ударов. Вот и все. Завалили. Ну и миссия выполнена. Ну, а я на этом заканчиваю. С вами был Мечтарик. Увидимся в новых видео.